Деревянная заготовка в виде кольца. Для того, чтобы нанести на нее рисунок, сначала мы ее загрунтуем белой краской. В тренде сейчас крупная и яркая бижутерия. Конечно, мы можем сходить в магазин и купить готовое кольцо, но лучше его сделать самостоятельно, такое оригинальное, и которого не будет ни у кого. После того, как грунт высох, выбираем самый популярный в этом сезоне цвет, это желтый, и красим кольцо в желтый цвет. Красим не все кольцо, а только верхнюю его часть. Акцент у нас будет на желтом элементе. А по нашему дизайну мы рисуем черные полосы на том белой краске, где мы нанесли раньше, тонкой кистью. Полосы рисуем неровные. Продолжаем украшать кольцо. Для этого на желтом фоне рисуем смайлик. Краска на водной основе обязательно для хорошей носки нужно покрыть лаком. Лак акриловый, полуматовый. Последним этапом мы приклеиваем уже готовые, купленные в магазине, глаза. Украсив кольцо вот таким оригинальным рисунком, вы можете смело подчеркнуть неповторимость своего наряда.